Можешь спуститься первым и посмотреть, все ли чисто. Я чувствую твой страх. Так много вопросов. А ты, ублюдок, я так понимаю, пришел дать нам ответы? Так кто же ты такой? Примкни ко мне. Больше никакой боли, никакого страха. Нужно лишь умереть. Ты умеешь уговаривать. Отвали от меня! Надеюсь, что внизу нас не ждет ничего хуже.
вернулся. Я так рад, Эдвард. Они напали на нас. Мне удалось уйти от Кроули и спрятаться здесь, но он вернется за камнем. Боже, я думал, что никогда больше не увижу твоего лица. Тише. Вы ранены. Знаешь его? Нет, не думаю. Хотя, вообще-то, я... Он не узнает меня. Я Теофил Пэддингтон. Прости, Эдвард. Ритуал слишком сильно повлиял на твою психику. Большинство воспоминаний были принесены в жертву. За всем этим хаосом стоит Кроули. Он заставил меня достать камень. Теофил, если ты знаешь меня, кто же я, черт возьми? Нет времени рассказывать. Теперь, когда он освободился, у нас нет выбора, кроме как пройти по тропе света до того, как он поглотит весь город. Эй, старые времена, вспомните как-нибудь в другой раз за пивом, идет? Тут оставаться опасно. Пошли.